Ну, будем работать, будем закрываться. Так-то, в принципе, сейчас более качественно стал. Ну, вот концовочку, конечно, опять. Ну, как вы уже знаете, акцентированных ударов не было, как обычно. Чуть-чуть пропустил там начальник. Там чуть-чуть-то туда-сюда не чувствуется. Ну, Кристиан молодец, он в первом раунде жестко пропустил. Потом в течение еще двух раундов пропускал. Но держалка есть у пацана, вот, с характером. Вот, так что очень приятно было с ним, конечно, разделить этот ринг. Вот, ну, всем понравилось, да, Мак Исмаилов подошел, сказал, ну, молодцы. Вот. Роль сказал про реванш. Что он готов брать незамедлительный реванш. Да, прямо сейчас, что ли? Сколько времени надо, чтобы все зажило? Ну, сейчас можем выскочить прямо, базаров нет. Я же могу до смерти драться, не знаю, как он. Вот. Посмотрим сейчас, что как дальше. План выполнили, да, тяжеловато. Вот, не так, как хотелось поменьше получить сечек. Ну, видимо, так всегда получается, но всем понравилось. Значит, не зря старался, не зря терпел. Ну, конечно, буду тренироваться дальше, работать над защитой. И думаю, чем дальше, тем лучше. Вот, постараемся уделить прямо огромное внимание защите. Ну и комбинации, в принципе. Говорю, первый раунд мне понравился. Остальные, да, такие, как всегда, в манере Кратоса порубиться. Вот, где-то опять одна блока. Ну, говорю, что с этим глазом чуть не мог сконцентрироваться и адекватно как бы где-то решение принимать. Ну так, я думаю, всем понравилось. Я старался, как всегда. Для тех, кто делает ставки на спорт, букмекерская компания Пари увеличила бонус для новых клиентов до 5000 рублей. Ты можешь получить его по промокоду 5К при первом депозите 2500 рублей. Ты сможешь ставить на любое событие ММА в лучшем приложении к спорту. К тому же Пари дает широкую и интересную линию на каждый бой. Ссылка в закрепленном комментарии. Удачи! Серег, а ты смотрел уже, так скажем, на себя, как ты сейчас выглядишь? А, да, я не удивлюсь. Не думаю, что сейчас можно фотографироваться на какой-то журнал, да? Ну, про бои, во всяком случае, можно. Ну, про бои можно. Так. Самое главное, что вам понравилось. А, вот, если понравилось. Вот. Сергей, у тебя всегда такие бои получаются. А вот ты себе когда-нибудь задавался вопросом, а стоит ли оно того? Да. Знаете, когда дерешься на улице, и да, такое же собрать. Лицо после драки на улице, и за это тебе не платят деньги. Надо бы зашить его сейчас. Да, сейчас зачем? Вот. Я думаю, ну у меня вообще философия такая, лучше умереть на ринге, чем вот это, в постели. Так что я стараюсь выкладываться на все 100%, как бы тяжело бы не было, какие бы травмы бы не получил. Стараюсь драться на максимум. Конечно, охота драться умнее, охота получать где-то меньше урона. Но как есть, так есть. Вот такой человек, такой боец. Серег, может, ты зашись сначала? Да, давайте, друзья, отпустим зашиться, здоровье превыше всего. Да, нормально я себя чувствую, не переживай. Это нормальные будни Кратоса. Просто лишний тормозит, давай, может, тебя подошьют. Это нормальные будни Кратоса. Что ж, ничего, только попить бы.